Всем привет новым, старым и будущим репатриантам! Друзья, в сегодняшнем видео хочу рассказать вам о двух новых вакансиях, которые у меня появились в компании. Также хочу немножко вам рассказать или поблагодарить вас, не знаю, или сказать о том, как мне на самом деле приятно, когда вы на улице мне говорите типа таких вещей, что Александр, спасибо за видео, благодаря вашим видео мы приехали в Израиль, в Хайфу сюда. Очень мотивируют ваши отзывы, ваша обратная связь. Ребят, очень стараюсь. В ближайшее время, конечно, сейчас я сосредоточился больше на работе, работа, да, там, работа, вакансии, жилье и так далее и тому подобное. Вы, наверное, уже соскучились за контентом, за тем старым добрым контентом, которые мы с вами когда-то делали. Это интервью о репатриации, интервью, какие-то отзывы и другие вещи. Но надеюсь, что я найду в себе и силы, и время, и возможности для того, чтобы все-таки возобновить какой-то вот такой информационный контент, кроме вакансий, кроме недвижимости, аренды, да. Я знаю, это две такие тоже очень животрепещущие темы не только для новых репатриантов и будущих, да, но и для тех, которые вот уже здесь даже не первый год, представьте себе. И перед началом этого видео, друзья, хочу попросить вас по традиции поддержать это видео лайком своим, напишите комментарий, какой посчитаете нужным. Ну и начинаем. Итак, насчет вакансий. Первая вакансия – это предприятие в промзоне города Акко. Большая типография промышленного такого масштаба, да. Туда нужны люди, которые готовы работать две смены по 12 часов. Да, там желательно работать по 12 часов. Платят минималку, но работа по факту не очень сложная. Нужно бобины с бумагой вставлять в станок, следить за печатью, как печатается, и 20-30 минут ждать, пока станок пропечатает, порежет все и превратит бумагу в готовую продукцию. После чего нужно эту продукцию запаковать, опять взять новую бобину, опять ставить и так по кругу. Значит, эта работа подходит для тех, кто из городов Акко, Нария, Крайот и Хайфа. Условия очень хорошие. Единственный момент или нюанс, можно сказать, нету подвозок на работу, но с работы есть такси. То есть вот этот вот момент надо учесть. Вакансия, это можно сказать, новая. Не знаю, сколько она продержится. Поэтому, если думаешь искать работу, рассматриваешь подобные варианты, поспеши, обращайся. Ссылки будут в описании, в прикрепленном комментарии. Звони, пиши. Не забывайте подписаться на мою группу Telegram, туда я выкладываю все в первую очередь. И вторая вакансия, более обширная, более крупная. Это крупная сеть супермаркетов европейского уровня. Туда требуются сотрудники. Много сотрудников. Во многих-многих городах Израиля. Ашдод, Ашкелон, Бершева, Нетания, Холон, Афула, Хедера, Хайфа, Крайот, Акко. То есть, неважно, откуда вы меня смотрите, если вы рассматриваете вакансию работать в супермаркете, есть свои плюсы. Там очень хорошие условия, платят 13-ю зарплату, половину этой зарплаты через 6 месяцев дают. По 3000 каждые полгода платят, еще в виде бонусов. Плюс там есть другие тоже моменты, такие, которые присущи как раз работе в супермаркете. Конечно, работа не для всех, но единственное, что нужно сказать, в некоторых супермаркетах и некоторых городах даже иврит не нужен, да. Но в основном минимальный или средний и хороший иврит, это будет преимущественно.
Поэтому как-то так, ребят. Спасибо всем за то, что досмотрели это видео до конца. Нет у меня края и предела радости понимать, что я делаю какое-то доброе дело. Могу это совмещать с собственной работой, помогать вам. Очень рад, что то, чем я занимался до этого пару лет, да, хотя и казалось каким-то бесперспективным занятием, дало мне возможность помогать вам и делать какое-то хорошее, доброе дело. Спасибо вам, ребят, за то, что подписаны на мой канал. Если ты еще не подписался, обязательно подпишись на него. Всегда рад помочь по мере возможностей. С недавних пор у меня эти возможности становятся все меньше, меньше, меньше и меньше. Но, тем не менее, стремлюсь к тому, чтобы, если уже начал помогать, то помогать до конца. До новых встреч, ребят. Пока.